Лучшие экипажи внедорожников собрались в Гродно. Здесь стартовал международный двухдневный трофи-рейд. На улицах такие машины встретишь нечасто. В этом году впервые выставку организовали в центре города. Здесь же дали и символический старт гонки. Японские, американские внедорожники, знакомые всем УАЗы и Нивы, все серийные джипы прошли специальный тюнинг. Базовые модели для гонок по бездорожью не подходят. Особенность автомобилей в трофи-рейдах – наличие лебедки, увеличенные дорожные просветы, воздухозаборник для преодоления водных преград. Нам надо бездорожье, нам надо грязь, надо болото, надо пески, горы. Вот такое вот в районе полигона, там вот такие вот у нас есть места. Потому что внедорожники мы приезжаем именно экстрима такого вот испытать. Ну, транспортных средств довольно много. Зарегистрировано было на сайте у нас более 150 экипажей. География тоже довольно распространенная. Первый раз такое. То есть нам приехала Литва, Латвия, российские экипажи из Калининградской области, из Москвы, из Питера. Многие выступают на прототипах. Это автомобили, полностью собранные с нуля. Самая большая группа – квадроциклы. В течение двух дней участники трофи-рейда преодолеют более 100 километров по бездорожью.